Привет! Вы на канале Funny Yorkshire Terrier. И сегодня я покажу распаковку посылок с Алиэкспресса. Эти посылки я заказывала давно, но они почему-то где-то застряли и пришли только сейчас. Несколько посылок я распаковала сама, а остальные я буду распаковывать их вместе с вами. Подписывайтесь на наш канал. Эти вкусняшки я заказывала с пигулкой, которую вам показывала в стаканчиках. И вот посмотрите, как Фане они нравятся. Ну что ж, а мы приступаем к распаковке посылок. Вот пришло вот такое нарядное платье для Фани. Мне оно очень понравилось, очень красиво выглядит. Там еще было в розовом цвете, я вот это было синее, мне очень захотелось. Возможно, когда утихнет эпидемия, в Алиэкспрессе я закажу. Потом я заказала вот в такой коробочке вот такие резиночки. Очень прикольные. У них вот такой цвет. Сине-красный, розово-малиновый. Розово-малиновый вот такой. Оранжево-малиновые очень классные. И мятно-розовые. Эти мои любимые цвета. Очень удобно. И я думаю, что будет очень удобно брать с собой в дорогу. Потом я заказала вот такую коробочку для вот таких резиночек. Это если мы едем надолго, чтобы взять с собой. Это резинки для плетения, но они очень мягкие, они силиконовые, и я их использую. Также я заказала вот такие вот баночки. Это для капель для глаз, когда едем в дорогу, потому что хорошо, когда капли, как росинка, маленькая упаковка, а бывает, что и стоит 200 грамм, а столько за 10 дней ты не используешь, поэтому... Я решила, что будет удобно перелить вот в такую. Одну посылку я уже заявила, так вот я вам ее покажу. Это вот такие вот игрушки. Я хочу снять несколько реакций собаки на разные вещи. Скоро будут такие вот видео в новом формате. Открываем вот это. Я даже не знаю, что здесь. Здесь резинка. Но она почему-то не черно-коричневая. Я хотела починить сумку, так как сумка, которую я езжу, обрывался карабин. Но я уже успела купить черную красивую. Не знаю, буду ли я ее использовать или кому-то дам. Но вообще для вязания, шитья она мне пригодится. Тут тоже, я уже знаю, это такие карабины я заказывала. Ой, рассыпать. Вот такие вот. Думала, буду использовать для сумки, но он тоже вижу, что большой. И, скорее всего, буду использовать где-то для шитья. Их ко мне пришло 5 штук. Спрятаем вот эту посылку. Кстати, вот интересно, я заказала еще вот такие баночки. Эти я вам покажу подробно. Они точно такие же, как розовые. Подробно показывать не буду. Они очень туго закрыты в этот раз. Кстати, я заказывала 2, а почему-то продавец мне отправил их 4. Вот. Она выглядит вот таким образом, как и большую я вам показывала. Вот такая вот крышка. И вот так вот
снимаются. Это я для жидкости для ушей, чтобы брать в дорогу для Ани. Очень мне понравилось. Тут даже не догадываюсь, что. Ай. Это тоже я заказывала. Хочу провести еще одну реакцию собаки на Альбизы. Будем вместе с ней выращивать и снимем такое видео. Открываем следующую посылку. Она очень, кстати, плотно упакована. Вот такие два штучки, две штучки. Это цветочки. Выращивать и поливать водой. Они будут очень интересны, у кого маленькие дети. Маленькие дети обычно с интересом за такими вещами наблюдают. Я хочу уже с Фаней провести такой опыт. Я их буду поливать, и они будут расти. И будем наблюдать за реакцией собаки. Уличные цветы Фаня очень любит, и к ним идет и нюхает. Как все у нас получится, я постараюсь снять вам на видео. Ну и у нас осталась последняя посылка. Это маленький штатив. Держатель для телефона намного лучший. Там можно было заказать полностью весь штатив у этого продавца. Либо только вот эту штучку. Эта штучка, если отдельно заказать, стоит около евро. Мой держатель уже шатался и плохо держит телефон, так что я могу заменить или дозакажу. Я его заказала для того, чтобы когда я буду снимать что-то на столе, чтобы вам показывать. Вот я его собрала, стоил он около 2 евро, вот так, и он вот так вот стоит. Очень удобная вещь. Вот так Фанечка выглядит в платье. Платье очень красивое. На спинке вот такие классные ромашки. Но оно такое более, наверное, на прохладную погодку. Очень красивое. Как видите, у нас в этот раз всего одна из вещей для Фани. А так еще дорожник. Очень много всяких вещей для реакции собаки. Скоро про это выйдет видео. Будет отдельная рубрика, очень красивая. На следующий день, после того, как я сняла видео распаковка с Алиэкспресса, мне пришло еще 4 посылки. Поэтому я решила дозаписать видео. Вот такая посылка. Она очень маленькая, тоненькая. И мне очень интересно, что в ней. Я даже не знаю. В ней оказалась крышка. Хотя должна была быть крышка с бутылочкой, а мне пришла просто крышка. Очень интересно. Надо будет заказать тогда в другом магазине у продавца бутылочку. Я даже как-то очень сильно, ребята, расстроилась. Так как получить крышку за евро как-то даже обидно. В прошлый раз я платила 89 за крышку с бутылочкой. Возможно, я буду открывать спор. Но сейчас большая проблема со спором, так как не всегда поддержка отвечает на них. Сейчас я покажу. Мне проще открывать руками. И я это сделаю. Всяких шороков у меня Таня боится. Я заказала вот таких совушек. Но я планировала это Фане на одежду или на шапочки. Но они как ни странно. Вот это вот подойдет, я думаю. Очень такая милая, красивая. И вот это вот. А вот эта довольно большая.
Не знаю. Возможно, надо поискать меньше диаметра. Это очень плотно, я буду руками раскрывать. О, это яички. Пришли для видео, где я собираюсь вести новую рубрику, когда буду показывать всякие интересные вещи Фане и снимать ее реакции. А вот это и вот эта посылка, она уже вскрылась у меня, когда я получала томаты. Это вот такие пончики. 3 штучки. Я заказала 7 штук. 3 штучки будет на вот конкурс на 100 подписчиков. Остальные оставлю или кому-то, каким-то собачкам подарю, или, возможно, на следующий конкурс. Не знаю, что с ними сделаю. Но думаю, пусть будет. А, кстати, ребята, не 7, а 8, оказывается, я их заказала. Очень классные. Они вот с такой пищалкой. Мне они очень нравятся. Насчет крышечки. Я очень расстроена. Но ладно, пусть будет дополнительная. А бутылочку, что сделать, придется перезаказать. А вот Фаня. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался. А мы вас любим и ждем в следующем видео.